В данном видеоролике я объясню вам, как пользоваться сайтом в плане регистрации, как оформить заказ, как оплатить онлайн и как оформить заказ, если у вас нет своего электронного ящика. Начинаем с того, что оформляем заказ. Выбираем бренд, мужской Givenchy, добавляем в корзинку. Товар. Переходим в раздел «Женские». Выбираем понравившийся нам аромат. Вот. По всему сайту за вами будет следовать ваша корзинка с информацией о количестве товара, добавленного в нее, и суммой. Набравший минимальный заказ на 5000 рублей, вы переходите в корзинку. Проверяете список вашего заказа. Если какой-то товар по определенной причине нужно убрать, с правой стороны есть крестик, нажав на который вы удаляете данную позицию с вашей корзинки. Переходим дальше к оформлению информации о покупателе. Вводите фамилию, mail, если у клиента нету своего электронного ящика, а заказ нужно оформить через корзинку, можете скопировать адрес электронной почты на нашем сайте и, скопировав его, внести в нашу графу в раздел «Почта». Пишите адрес доставки. Вводите индекс и телефон. Дальше переходим в раздел «Выбрать способ доставки». Есть 4 способа. Транспортная компания, это ТК ПЭК, деловые линии и так далее по выбору клиента. Второй вариант – самовывоз из города Москвы. Почта России, отправка наложенным платежом и доставка курьером по Москве. Транспортную компанию мы отправляем по полной предоплате, так как у них нет функции наложенного платежа. Заказы по Москве, по городу Москве, самовывозы мы принимаем по предоплате 500 рублей. Почту России отправляем по предоплате 1000 рублей, но есть вариант, что если клиент не хочет платить комиссию за наложенный платеж Почте России, он может в комментарии к заказу написать, что будет оплачивать всю сумму вместе с доставкой. В таком случае клиент экономит 500 рублей. Примерно 500 рублей за комиссию. То есть два варианта Почты России. Наложенным платежом 1000 рублей, остальное при получении на почте, либо полную предоплату вместе с доставкой, и при получении вы просто забираете свою посылку. Либо заказ, доставка курьером по Москве. Стоимость доставки в пределах МКАД 450 рублей. Дальше выбираем платежную систему. Яндекс.Деньги, оплата наличным в пункте самовывоза, либо курьеру, Сбербанк. Также есть наложенный платеж. Ну, это на Почте России, уже все знают. Перейдите в кнопку «Оформить заказ», если у вас есть пожелания к оформленному заказу, способ доставки, там, способ оплаты, какую позицию добавить и так далее. Пишите комментарий к заказу. Менеджер всегда добавляет эту информацию к общему списку заказа перед отправкой на сборку. Нажимаете кнопочку «Оформить заказ». Корзинка пустеет и выходит номер вашего заказа. Вот он. Заказ сформирован. Номер заказа 165-045. Также после оформления заказа
Обычно менеджер выставляет счет на электронный ящик клиента. Если клиент может оплатить, не дожидаясь выставления счета, оплату онлайн, он может оплатить тремя способами. Яндекс кошелек, Visa, либо МТС. Выбираем Яндекс кошелек. Оплачиваем. Если у клиента нету Яндекс кошелька, он может оплатить любой картой. Картой Сбербанка, Визой и так далее. Сумму онлайн. После оплаты не забудьте сделать скан оплаты, о том, что оплата прошла, и выслать нам на электронный ящик, который указан под телефоном.